что, друзья, привет, и с вами я, Михаил Шилов, автор проекта Makiwara.ru. Сегодня в этом видео мы рассмотрим две академические техники карате. Это техники блоков, то, что обычно на Makiwara не показывают и даже чаще всего не работают. Мы рассмотрим блок Гэдамбарай и блок Сотоуке. На Makiwara отрабатывать эти блоки довольно просто. Сегодня мы рассмотрим только два, но на самом деле я еще покажу потом, как отрабатываются многие другие техники. В том числе те, которые, я говорю, вы никогда не увидите, чтобы кто-то на Makiwara работал. Хотя на Makiwara они работают великолепно. Помните старую притчу про того нерадивого ученика, значит, который только работал на Makiwara и не тренировался? Неумелый был, да? Чтобы не делал он, вернее, чтобы ему не говорил, ну, учитель, он бил только Makiwara. И все оточались и сказали, хрен с тобой, давай колотим Makiwara, и все. И когда в деревню заехал какой-то мастер и вызвал всех на поединок, всех желающих, то все побоялись, потому что у того мастера сам слава шла впереди него, и он всегда побеждал и никогда не проигрывал. Вот. И только вызвался этот нерадивый, значит, ученик, который колотил только Makiwara. И вот когда поединок закончился быстро, все и думали, что он закончится быстро, но не так, как он на самом деле закончился. И когда этого заезжего мастера выносили вперед ногами, что называется, ну, живого, он постоянно говорил, ну, что, как с этим человеком драться можно? Бьешь его ногой, он как будто перерубает ногу, бьешь его рукой, он как будто перерубает руку. Вот теперь вы подумайте, смотрите, он повредил этого человека, ученик, значит, повредил этого своего мастера неударной техникой. То есть он на Makiwara что-то работал, но, видимо, не удары, а раз он руки и ноги перерубал противнику, значит, он работал блоковую технику. Да? Делайте логические выводы. Значит, на Makiwara технику блоков работали. Не знаю, почему сейчас утрачено, на самом деле. Без проблем. Итак, Гэдамбарай. Чечевина. Зенкуцу удачи позиция, вой в варианте, Гэдамбарай. Сотоуке. Классика. И сочетанный вариант. Гэдамбарай, Сотоуке. Ну вот, обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube. Заходите на сайт makiwara.ru. Ну и, конечно, помните, хорошая работа на Makiwara – это работа на профессиональной Makiwara. Ну, разумеется, при применении правильной техники и по правильной методике. Всем пока!